Сегодня 21 марта 2020 года. И вот снег на всем пути с чистых прудов сюда. Первый снег я увидел. Уже нигде нет снега. Только вот этот вот снежный кусочек. Ну, может быть, еще в парках есть, в Сокольниках. Может быть, и есть еще снег. Ценность снега в эту зиму, которая была практически без снега. Да, вот эти прямо красные нарышкинские палаты, конец 17 века. Небо, к которому никогда ничего не пристанет.
А вот нигде больше нет снега. Странно, что там такой маленький сугроб остался снежный. Почему он там остался? Какие-то загадки, таинства. Вот эти палаты, конец 17 века. Видимо, итальянцы строили. Очень качественная, яркая архитектура, выразительная. Да, и вот этот вот сугроб крошечный. Что это значит? Почему здесь остался снег? Непонятно совершенно. Таинственно.